Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию по статье Рав Кука. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию. Фейсбук ушел. Его с нами не будет. Будет только мы будем лично общаться, а потом все, что получится, я залью на Фейсбук. Итак, добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по статье Рав Кука. Служение Богу из сборника Квиатсон. Сегодня у нас часть текста, она не до конца понятная, мне в том числе и на иврите тоже. Вот. Но ничего, мы перешагнем и побежим дальше. Так, с вашего позволения, давайте ширить текст. Так. Значит, предыдущие уроки, краткое содержание. Мы сказали, что человечество остается в кризисе. Религия не может его вести дальше, человечество. Потому что религия, по крайней мере, как ее познали, от еврейского народа, когда это было взято в ситуации, когда еврейский народ был внизу, был в приниженном состоянии, отношение к Всевышнему, к Богу было отношение как к его сути, к Эцем, к его внутренней божественной сути напрямую, без какого-либо, без опосредования чего-либо. И это привело к это в какой-то момент выдохлось и не может вести человечество вперед, потому что такой подход к Богу, он принижает также человека, как мы все обсуждали, и пугает. С другой стороны, культура общества выросла, и поэтому это уже не удовлетворяет. С противоположной стороны, вернуться к человеческим идеалам, гуманизму, допустим, да, тоже абсолютно недостаточно, так как они, эти идеалы ограничены человеческие, они достаточно тоже быстро иссякают, и их источник, он тоже высыхает. Итого у человечества получается кризис. Ту божественность, которую и которые его научили, как бы, происшедшие от иудаизма религии, христианство и иудаизм, его уже не удовлетворяет совершенно. Возврат к чисто человеческим идеалам его тоже, так как они ограничены, тоже не удовлетворяет человечество, и человечество оказывается в кризисе. Для выхода из этого кризиса нам нужен еврейский народ в своем не приниженном, а великом состоянии, и тогда он сможет, как бы, излучать и преподавать Тору всем народам уже по-живому. Не как-то было раньше, давайте возьмем Тору без еврейского народа, потому что у меня был недавно хидуш, я не помню, я его рассказывал, нет, давайте я его расскажу здесь. Хидуш был такой. Еврей сам по себе. Это такой вот очень-очень левый. Авраам Авину, допустим, да, наш пратец Авраам, он тоже очень левый. За Содом с Аморой воевал со Всевышним. Вот. Как сегодня такие вот очень-очень левые движения за все плохое против все хорошее, только очень-очень искренне. Приходит Тора и выравнивает такого вот еврея и делает его правым. Что такое право в данном случае? Мы не смиряемся с несправедливостью. То есть что в этом плане левый? Левый в этом плане – это мир сейчас. Это исправление сейчас.
Это вот если какая-то несправедливость, мы бежим ее сейчас исправлять. Что такое в этом смысле правый? Мы даем место на исторический процесс. Мы удовлетворяемся небольшими постепенными изменениями в положительную сторону. Мы понимаем, что есть время, и мы готовы терпеть путь несправедливости сегодня с тем, чтобы ее в конце концов исправить завтра. Но получается интересная вещь, что вот такая Тора, она уравновешивает именно еврея, который изначально он крайне левый. Но если мы дадим не еврею, который изначально крайне левый, а какому-то нормальному человеку, такая Тора может его превратить в крайне правого, куда-нибудь в сторону фашизма. И это будет неправильно и неверно. А евреи, поэтому получается, что Тора не для всех. Тора для евреев. А вот еврей с Торой уже может божественное учение распространять дальше, и получится каждому народу, потому какая у него ментальность и так далее. Да? И мне кажется, это немножко пересекается с тем, что мы учим здесь. Народы христианства пытались забрать Тору без еврейского народа. И как Рав Кук нам пишет, в общем-то, обожглись. В конце концов, несмотря на то, что это дало положительные результаты, как то, допустим, идолопоклонство, оно сегодня, его нету в всей той части земли, где исторически знали и соприкасались с еврейским народом. Тем не менее, итогово абсолютно не факт, что это было положительное влияние. Соответственно, чтобы продолжить эти точки, нам нужно еврейский народ, но не в низменной его форме, а в великой форме. Вернемся к нашему тексту. Теперь продолжим. Вот здесь мы это уже смотрели на прошлом уроке. И параллельно этому природная культура возвышается. Если так, то наступит время, когда обнаружит человек, что его образ служения Богу – сущность образа, как мы сказали, к сути божественного, да, без связи с божественными идеалами, который сам по себе не является фактом идеальным полностью, не сможет больше осветить перед ним путь жизни. Если захочет вернуться к одной лишь своей сухой природной морали, то будет он потерян и удручен. И окажется, что все время, пока мораль общества не питается из высшего источника, следующие разумы и морали затмеваются и мертвым. Потому что источник морали, он оказывается ограниченный, человеческий. И это высшее учение призвано сделать весь мир своим подножием. О том, что мораль даже общественная, национальная, общечеловеческая может стать полной вечной только тогда, когда будут получать питание от наиболее высокого и зрелого знания, обретенного благодаря подъему общества в целом. И для этого необходимо ему ясное, связанное с идеалами понятие божественного. То есть мы здесь должны заменить понятие божественного. Понятие божественного, которое было до того, это понятие божественного напрямую. Мы относимся с Богом напрямую. И тогда получается, что это абсолютно чужое, потому что Бога никак и ничем не понять. Это одно из основ нашей веры. Бог не внутри мира, он снаружи мира и так далее. Бога невозможно ни разумом, ни воображением, ни чувствами никак понять. Соответственно, у нас получается ощущение абсолютного чужого. И это пугает, и человек пытается как бы отторгнуть это. Это плохо в конце концов влияет. Что мы предлагаем? Иудаизм предлагает на уровне народа относиться с Богом через портал. Этот портал называется божественные идеалы. Божественные идеалы. Чем это хорошо? Тем, что отношение к божественному, оно уже становится не к чему-то абсолютно чужому, а к чему-то, что близко к человеку. Почему? Потому что, по крайней мере, зачатки божественных идеалов, они существуют в человеческой душе. А их развитие может идти бесконечно. А отношение к Богу здесь спрятано в том, что я понимаю, что идеалы не божественные, их источник – это Бог,
И поэтому Бог как бы за ними прячется. То, что как бы говорит иудаизм, что отношение к Богу напрямую в божественной сути возможно как низшая форма служения частными личностями, отдельными людьми, но на уровне общества это только вредит. На уровне общества мы можем относиться к Богу только через божественный идеал. Еврейский народ так и относится. Но во время изгнания еврейского народа не существует. Поэтому невозможно относиться к Богу вообще через божественные идеалы. И, в общем-то, в каком-то мере отношение к Богу в это время оно приносит человечеству много отрицательного, и, видимо, в конце концов, это тоже отрицательное влияние на человечество. Положительное влияние – это на народном уровне, на общественном уровне отношение к Богу через божественные идеалы, а не напрямую. Это высшее учение призвано сделать весь мир своим подножием о том, что мораль, даже общественная, национальная, человеческая, может стать полной вещью только тогда, когда будет получать питание от наиболее высокого и зрелого знания, обретенного благодаря подъему общества в целом. И для этого необходимо ему ясное, связанное с идеалами, понимание божественного. Мораль. Сможет стать полной только тогда, когда у нас будет ясное понимание божественного. Ясное понимание божественного – это связано с божественными идеалами. Для этого необходимо ему ясное, связанное с идеалами понимание раньше по отношению к его сути. Окей. Которая смеется над всей ложной скромностью, обитающей в сердце человека ныне. Пока еще находит он в себе место для стремления иссушить источник морали и света. При ложной скромности сидящий в небесах смеется, Бог насмехается над ним. И поскольку нет у него бесконечного источника, дряхлеет он, высыхает. Вот это вот, и поскольку нет у него бесконечного источника, дряхлеет он, высыхает, мне кажется, это относится к человеческой морали. Вот к этому месту. А если захочет он вернуться к одной лишь своей сухой природной морали, то будет он потерян и удручен. И окажется, что все время, пока моральное общество не питается из высшего источника, следующий разум и морали затмевают их мир. Ну, почему? Потому что у нее нет бесконечного источника, который высыхает. Мне кажется, просто к этому еще побольше. Вот это вот предложение, которое мы прочитали, оно мне тоже не до конца понятно, и тем более перевод. Понимание божественного, которое насмехается над всей ложной скромностью, приниженностью человека, обитающего в сердце человека, и пока он еще находит он в себе место для стремления иссушить источник морали и света. Может быть, здесь Раф намекает на атеизм, который хочет как бы собой заменить веру. И Бог говорит, Бог не сильно переживает, а он, наоборот, этим тоже смеется. Но вот это вот место для меня тоже не до конца. Мы пойдем дальше, так как это не меняет нам основного понимания. И тогда непременно обратится человек к своему Создателю, поняв, что возвращение к человеческим идеалам его тоже никуда не приведет, так они не связаны с бесконечностью, они ограничены, они тоже иссякнут, тогда человек вернется к Создателю.
Но не, он не вернется назад. Он не вернется к форме служения Бога, как он знал в последние там, тысячи лет, пока мы были в России. Потому что эта форма, мы сказали, она тоже плоха. И путь служения Богу построен на развитии вечных божественных идеалов и глубокой веры в то, что внутренняя точка содержит в потенции все будущее, постепенно открывающееся в полноте. Это, допустим, сейчас не до конца развиты. Есть их еще куда развивать. Но потенциально они уже все содержат все свое будущее развитие. Но в этом я тоже не уверен. Как здесь прочитать, что это за внутренняя точка, которая содержит в потенции все будущее, это надо еще подумать. Я, к сожалению, тоже здесь не могу сказать точно. Но пути служения Богу, построенные на развитии вечных божественных идеалов, это нам, да, очень важно. Итак, мы вернемся к Богу, но не так, как мы служили раньше. На уровне рабов мы вернемся к служению Богу на уровне любви. Возвышенный трепет и чудовище вместе с глубокой уверенностью в том, что их желание преуспеет, только это станет центром желания для всех живущих. Возвышенный трепет, чудесная любовь к ним. К божественным идеалам. Да-да, я тоже так понимаю, к идеалам. Вместе с глубокой уверенностью в том, что их желание преуспеет, их развитие преуспеет, человеческое желание преуспеет, только это станет центром желания для всех живущих. Включать немножко тавтологию желания-желания, но здесь такой сложный язык, придется немножко объяснять. Вообще, по Рав Куку, у нас есть одна интересная мысль. Вообще, в чем у нас цель как бы человечества, человека, его исправления? Цель исправления – это поднятие желания. Слово «желание» – оно очень важно и центрально у Рав Кука. Цель – поднятие желания. То есть, чтобы мы хотели добра. И для этого мы терпим всю человеческую историю, потихонечку поднимая улучшение с нашей волей, наше человеческое желание, с желаний гадостей и грубых удовольствий к желанию более утонченных удовольствий, морали, идеалов и, в конце концов, к прилеплению к Богу. Да? То есть параву – это не отсюда. Здесь может быть намеком указано. Параву, как бы, наша цель высшая, да, это улучшение человека и человечества, в чем это выражается, в поднятии желания. Чтобы не нужно будет, в конце концов, себя ломать и бороться со своими хотелками. Надо делать не то, что ты хочешь, а то, что надо. В конце концов, на сегодня эта борьба, она существует. В конце концов, мы хотим прийти к такому месту, где этой борьбы не будет. Это называется святость. Когда я буду хотеть добрых, моральных и верных вещей по собственному желанию, а не потому, что меня кто-то принудил. Неважно, это принуждение там длинным кнутом или сладким пряником. И поскольку подобные вещи могут найти место только в Израиле, в основании национальном и историческом, поэтому пойдут с ними многие и скажут, пойдем и поднимемся на гору Всесильного и к дому Бога Иакова. И научит нас из его путей, и дорогами его пойдем, ибо из Циона выйдет Тора, и слава Бога из Иерусалима. Здесь очень красиво в одном предложении Рав противоречит сам себе.
И поскольку подобные вещи, то есть постижение божественного на уровне народа через развитие божественных идеалов, могут найти место только в Израиле, в основании национальном и историческом, поэтому пойдут с ними многие и скажут: пойдемте и поднимемся на гору Всесильного, к дому Бога Якова, и научат нас из его путей. Кто это скажет? Кого это научат? И дорогами его пойдем, ибо из Циона выйдет Тора. Куда Тора выйдет из Циона? И слова Бога из Иерусалима. И куда выйдут слова Бога из Иерусалима? Это вопрос. Что вы думаете? Я тут долго и много говорил, давайте теперь вы немножко. Здесь о народах мира речь идет. Безусловно. И поэтому то, что я сказал, Равкук себе противоречит здесь, как будто, да? В одном и том же предложении он говорит, что это на народном уровне это может быть только евреев. И поэтому народы придут и будут евреев учиться. То есть на сегодня это только евреев. А завтра, послезавтра это будет всего человечество. Через евреев это пройдет дальше. Конечно. Спасибо, Андрей. Безусловно. И поэтому из Циона выйдет Тора к народам мира. И слова Бога из Иерусалима выйдут наружу, опять-таки, к народам и государствам мира. А теперь то, что я говорил про служение по отношению к божественной сути, мы часто прочитаем, вместо того, что как я тут это уже много и долго рассказывал, как бы от своего имени. Это сейчас здесь написано у Рава. Итак, понятие служения Богу, меня одного все пропало. Нет, у меня тоже. Либо не очень хорошо, пока это идет без развития божественных идеалов. Пока не явилось ему сияние мощи идеалов, оно способно ослабить человека телесно и душевно, уменьшить его силы, снизить полет его желаний. И он становится подавленным, согбенным и приниженным. Так, обратите внимание, это очень важно. Здесь Рав говорит, что в общем-то служение евреев в изгнании, служение христианства и мусульманства, оно плохо для человека, как итог. Почему? Потому что он его принижает. Следующим предложением Раб нам расскажет, в чем польза такого служения. Не может быть, что служение совсем-совсем плохо. Это, безусловно, низший этаж, на котором будем строить следующий высший. Но мы получаем человека не такого, каким мы его хотим видеть. Подавленным, согбенным, приниженным. Отношение к Богу. Человек ослабленный телесно и душевно, уменьшает его силы, снизить полет его желаний – это все плохо. Теперь. Это этап, который в личном продвижении невозможно перепрыгнуть. Нам нужно это служение этого уровня на уровне раба, на личном уровне. Рав нам сейчас объяснит, почему. На общественном уровне, как мы уже проучили, это нам приносит только разрушение. На личном это полезно. Но, смотрите, давайте еще раз прочитаем предложение Рава. Оно очень острое, но очень резкое.
Понятие служения Богу, которое строится в соответствии с силой чувства, проистекающей с высочайшего уровня собственной, сущностной встречи, когда спускается оно в глубину, глубокую бездну темного и слабого человеческого сердца, все время, пока не явилось ему сияние мощи идеалов, оно способно ослабить человека, телесное, душевное, уменьшить его силы, снизить природу его желания, и он становится подавленным, согнутым и приниженным. Даже при том, что из всего этого страха происходит также и благо, обуздание разрушительной животной силы человека. Тем не менее, остановимся здесь потом. Какое в этом благо? Обуздание разрушительной животной силы человека. Человек, он, собственно говоря, кто? Есть те, кто говорят, что человек – это черт, это низшая такая, это самое низшее творение, им властвуют низменные побуждения, и от человека исходит только человек, в принципе, он плох, он зол. Есть противоположное мнение, которое говорит, что человек – это ангел, он хочет хорошего, он добрый, и вот тут только его испортила только вот среда, не знаю, допустим. Да? И как-то мы можем привести очень много примеров, подтверждающих или опровергающих оба этих мнений. Что говорит иудаизм? Иудаизм говорит, что человек – это смесь, помесь. Черта с ангелом. Внутри человеческой души есть дурные наклонности и хорошие. Рав нам сейчас говорит про смесь этих наклонностей. Человек у нас не стоит на месте. Он динамическая система, которая развивается. Вначале, когда большая часть человека – это скотина, это зверь, это животное, и маленькая часть – это ангел, тогда абсолютно верно обуздать разрушительные животные силы, даже если ценой этого станет ведение человека вниз. Невозможно это разделить. Это будет хорошо, это поднимет человека морально. Потому что если дать ему свободу в такой ситуации, он разрушит и себя, и весь мир. Поэтому это абсолютно верный подход. На начальных этапах человека придавить, правильно и хорошо. Но когда человек поэтапно, потихонечку развивается, давление нужно убирать. И там, где человек уже развит, давление должно быть совсем. Оно будет только вредить. Даже при том, что из всего этого страха происходит также и благо – обуздание разрушить ценности животной силы человека. Тем не менее, это благо неполное, подобно тому благу, которое приходит в мир благодаря существованию тюрьмы, куда заключают преступник. Обратите внимание, что я говорю. На что похоже служение на уровне раба? И мы сказали, мы это подчеркиваем. Это на личном уровне это обязательный этап, через который нельзя перепрыгнуть. Единственное, что может быть на сегодня, пройдя какой-то путь, прошу прощения, развития человечества, мы уже его прошли. Но этот путь был обязательный в начале и на протяжении человеческой истории. Да? Так вот, с чем это связано? Это связано с тюрьмой. Мы как бы часть себя или всего себя сажаем в тюрьму с тем, чтобы не навредить ни себе, ни обществу, ни вообще всему миру. Да? Как мы знаем, человек может уничтожить мир достаточно запросто сегодня. Тем не менее, это благо неполное. И подобно тому благу, которое приходит в мир благодаря существованию тюрем, куда заключают преступников. Ведь таким образом защищают мир, чтобы не был разрушен.
Однако при всем том, не в этом окончательное решение проблем, а в чем? И справедливо заявляют те, кто устремлен в будущее, что человечество должно стремиться к тому, чтобы хорошие школы и учебные дома заполнили место тюрем. Тем, что будут учить и воспитывать человека настолько здоровым и совершенным способом, что не станет он совершать преступления и не будет необходимости в заключении. Но нужно обратить внимание, что это взгляд на будущее. На сегодня, на пока, в какой-то мере нужны тюрьмы. И если мы будем зафантазируем, что давайте вместо тюрем отправим сейчас всех преступников на переучение, то может нам это вылиться очень плохо. Но тем не менее, это наше направление. Тем не менее, это наша цель. Мы хотим, чтобы это произошло. Я не просто так это говорю, потому что сейчас мы прочитаем следующее предложение, оно нам важно в этом плане. Но чем больше укрепится и воодушевится, тем больше будет в нем силы и смелости, тем больше будет делать добро, станет праведником, благочестивым, прямым, верным, каким и должен быть по природе своего рождения. Это у нас определение не просто так. Это определение святости. У нас в наших уроках, тут в одном из уроков мы изучали отношения между святостью и моралью. Мораль – это война с собственным эгоизмом, война с самим собой. А святость – уже другой этаж, где человек не должен воевать с любовью к себе, с эгоизмом. Не хапай себе все, подумай о других и так далее. А чем больше он возвеличится, тем больше он возьмет себе, тем больше он отдаст, тем больше он передаст, тем больше и лучше будет всем остальным. Здесь Рав говорит про это, поэтому здесь нужно нам не запутаться и понять, что это взгляд в будущее. И не перепутать. Если мы скажем на сегодня, что мы уже святые, а мы еще нет, то это будет плохо. Если мы скажем, что уже сегодня все тюрьмы нужно менять школами, это тоже будет плохо. Но мы уже знаем, что сегодня в тюрьмах ведется работа по то, что называется, наверное, шикун, восстановление, или что такое близкое по-русски, и действительно пытаются тех, кого можно, перевоспитать преступников. И это действительно правильная и очень верная дорога. Проблема здесь, как всегда, баланс. Нельзя не перебдить и не добдить. Оба этих и пере, и не до, это плохо. И как всегда, проблема также в том, что общество развивается и развивается быстро. Соответственно, место, где стоял этот барьер вчера, это уже неправильное место, должно стоять сегодня. Но в конце концов мы хотим прийти, да, наш идеал – это не сажать преступников в тюрьме, а воспитывать человека настолько хорошего, чтобы он уже не был преступником. Но это все у нас же, это же машаль, это же у нас все пример. Пример чего? Мы говорим про служение Богу на уровне раба. И Рав нам показывает, что это обязательный исторический этап. И мы хотим перейти на уровень из любви, когда человек будет святой. И у нас есть человека святого, надо поискать. А народ святой у нас уже есть. Это еврейский народ. Потому что, как мы читали и изучаем на предыдущих уроках, и будем изучать дальше. Это народ, суть определения которого – это нести благо и добро всему миру. Но чем больше укрепится чем больше будет в нем силы и смелости, тем больше
будет делать добро, станет праведником, благочестивым, примерным. Таким должен быть по природе своего рождения, как сказано, не будут трудиться попусту и не будут рожать детей для постоянного страха, ибо потомство благословенного Богом они, и потомки их будут с ними. Хо-хо-хо. Ну вот мы весь текст на сегодня. Мы прошли. Ну вот, есть еще. Наш час закончился. Ну, время все равно закончилось. Да, я не заметил, что есть еще. Но это я уже добавлю, но это уже будет на следующий раз. Мы прошли сегодня гораздо больше, чем в прошлый раз. Сейчас я это добавлю в наш текст. Но это уже не на вот сюда, кто с нами. Но это уже будет в следующий раз, а не в этот. Потому что в этот мы не успеем. Сейчас мы сделаем, как мы любим, завершение. Кто что-то понял, не понял, кто хочет сказать какие-то дополнения, я буду очень рад послушать. То есть, как вообще, потому что, еще раз я повторяю, тема сложная, и на иврите, и по-русски, на любом языке. Вот, так что как, мне очень важно от вас получить назад фидбик. Пожалуйста. У меня есть вопрос, можно? Да, конечно. Вы где находитесь территориально? В Израиле или за? В Израиле. В Израиле. А если я нахожусь, например, в Рошайне, а вы где? В Кацрине. А, ну Кацрин это на севере, понятно. Угу. Хорошо. Угу. Окей. Еще по поводу уроков, какие-то замечания, предложения, возражения. Дима, ты сегодня молчал весь урок. У меня единственное возражение, это то, что... Я не знаю, о каком Боге вы говорите. У меня всегда, когда вы говорите «Бог, Бог», да, у меня всегда это в русском языке определяется как с маленькой буквы. Это языческое вообще слово, оно означает «дающий», и это оно пришло с санскрита, насколько я знаю, или с индуизма. Вот, у меня русский... нет другого языка сказать. Но... И наша статья, она как раз и обсуждает, как мы должны относиться к Богу и как мы должны его представлять. Это во-первых, раз... нет, во-первых, уже ошибка в том, что словом «Бог» перевели слово «множественное число». Это уже в этом большая-большая ошибка. То есть это уже вранье. Вы, конечно, можете взять... Вот сегодня, например, есть такой праздник. Он пришел из язычества. И в христианство он пришел. И он пришел из язычества. И христиане его воспринимают как... То есть я по аналогии с иудаизмом говорю. О том, что многие вещи... Я прошу прощения. У вас есть по поводу перевода какие-то замечания? Но это можно... У меня есть замечание. Сказали, вы хотите что-то сказать? Я вот когда говорите в переводах, говорите Господь Бог, то что слово, какое слово является основным? Бог или Господь? Вы понимаете, о чем говорю? То есть я в Торе мы когда читаем, написано: «И сказал Господь Моше». Окей. А потом написано, а в другом месте написано, сказал Бог Ноаху. Так а какая разница между тем, что есть сказал в этом Господь? Разница. Есть в этом разница. Мы в нашей статье не обсуждаем и не говорим на уровне разницы имен Бога. Есть уроки по этому поводу. А, так вы считаете, есть что... Есть разница. Это тема, которую мы затрагиваем в нашем уроке. Вы считаете, что у Бога много имен, да? У Бога нет имени вообще. А, нету. Ну, вообще тогда все понятно. Вы запутали. Вы не только запутывали себя, и вы еще вокруг других уже запутали.
У Бога нет имени. А я просто, что я такой сам... творец? Кто такой творец и какое имя? У вас есть. У меня есть имя Авраам. Две минуты, нам нужно заканчивать урок. Я хочу дать еще людям высказаться. Кто захочет, вы можете в чате со мной потом обсудить то, что вам интересно, потому что я не вижу, куда это идет. Я запутал людей. Хорошо, людям пока это может быть нравится. Эту статью, которую вы разбирали, я думаю, это статью, которую вы сейчас разбирали. Я немного слушал, но из того, что я слышал, я вообще ничего не понимаю. О чем вы говорите? О чем? То есть какие-то простые... довольно-таки трудная. Действительно, нужно, во-первых, прошлые уроки слушать. Во-вторых, и само по себе. Мне кажется, вот Натан вначале задал правильную линию, да, вот левая и правая. Да, вот левая – это когда человека ставят перед каким-то идеалом невероятного совершенства, да, и он на фоне этого ощущает себя униженным и так далее, да, вот это вот то, о чем, мне кажется, мы читали, и то, что принесло христианство, да, вот это служение сущности, и то, что загоняет человека, его животное начало вот в эту самую тюрьму, но при этом должна быть также и правая линия, о которой Раф пишет, что она человека постепенно как бы поднимает, укрепляя то хорошее в нем, да, а не затеняя плохое. Вот как бы в эти две линии, если я укладываю этот текст, то немножко становится понятно. Ну, вы знаете, я понимаю, что вы уже, наверное, обо мне знаете, что я очень критично отношусь ко всем переводам и ко всем определениям слов. Я очень отношусь к словам очень щепетильно. И когда слово одной перевели, имя вечного перевели словом «Господь», у меня уже сразу определение. Можно вам предложить помочь нам с переводом на следующий урок, и мы попробуем посмотреть. Если вы готовы меня выслушать, я готов рассказать о словах, которые неправильно переведены, неважно в каком переводе. Вы же знаете, что синодальный перевод, он это двойной перевод. Возьмите даже самый лучший перевод из того, что я знаю. Вы можете помочь с переводом? Да, конечно. Отлично. Могу перевести именно то, что касается Торы. Я исхожу из того, что книга Брешит. Хорошо, мы будем на связи по этому поводу. Большое спасибо. Напишите в группе, в Телеграме ваши контакты, чтобы можно было с вами связаться через Телеграм или как-то так. Я с большим удовольствием. Какой вы группе? Вы действительно готовы выслушать меня? Меня удивляет. Я готов, но не во время урока, когда нас слушает много людей, и как бы и время урока подошло. Я готов. Да, все понятно. Окей, хорошо, ладно, только скажите, где с вами можно пообщаться. Как вы вышли на наш урок? Ну, я вообще-то подписан как бы на эти уроки, поэтому Лильмот, я не всегда бываю. Через Лильмот? Через Лильмот, да. Что, в телеграм-канале есть Лильмот? Или как? Не-не, в телеграм-канале в каком? В Нейдноах, Равку, в каком телеграм-канале? А я не знаю, в каком вы, где вы находитесь.